немного о погоде, которая вернула нас в зиму, как выясняется, ненадолго. Снегопад, который продолжался в центральной части страны сегодня почти весь день, вскоре сменится оттепелью с дождем. В Москве он возможен уже в это самое время. Обильные осадки не сказались на работе столичных аэропортов. На дорогах скользко. Температура ночью не опустится ниже нуля. Завтра также небольшой плюс. В ближайшие дни ситуация принципиально не изменится. В светлое время до 3 тепла, ночами до -3.